Здравствуйте, уважаемые посетители канала. Я столкнулся с тем, что вы не понимаете, как надо работать с моим каналом. Заходите, там что-то там ищете, там свое и так далее и тому подобное. Канал уникальный. Еще раз повторю, мой канал уникальный. Чем же он уникален? Прежде всего тем, что вы здесь, на этом канале, можете получить всю информацию по ведению здорового образа жизни. Как теорию, так и практику. Что касается теории, здесь я надиктовал свои книги «Целительные силы» и ряд других, которые вы можете уже прослушать. Плюс вы по ссылке с канала можете перейти в мою библиотеку и почитать непосредственно учебно-оздоровительную литературу. Потому что, не имея знаний, вы как-то пытаетесь что-то сделать со своим организмом, а толком ничего не получается. Поэтому имеется теоретический раздел. Смотрите, ищите. Все здесь есть. Просто напросто забивайте целительные там силы. И, пожалуйста, вам целительные силы. Ну и ряд других книг. Плюс библиотека. Далее имеются видео уже по разделам. Например, по тому, как приготовить целебные продукты, которые были бы вкусны и в то же время обладали оздоравливающим на организм действием. Это плейлист «Целебная кулинария». Отсылаю вас. Там огромное количество нужной и важной для здоровья информации. Пользуйтесь этим. Далее, раздел по паразитам. Есть, какие там травки можно использовать, какие там еще средства можно использовать и так далее, и так далее. Есть, заходите, смотрите. Очень важный раздел, вернее не раздел, а видосы по самодиагностике. Без самодиагностики вы просто не понимаете, что с вами происходит, и разводите руками. Очень много информации о голоде. Помимо того, что имеется теоретический раздел, как надо правильно начинать подготавливать свой организм, изучать его реакции на ведение лечебного голодания, имеется огромное количество уже видео, мое видео 40-дневного голода я выложил, плюс видео 27-дневного голода Эдуарда, как входим, как проводим, как выходим, какие ошибки возникают на голоде. Также это все имеется. Вы хотите, чтобы как-то с утра сделать какую-то гимнастику, эмоциональную такую гимнастику, которая бы вас зарядила. Пожалуйста, у меня и этот раздел есть, эмоциональные там гимнастики и другие средства, которые помогут вам в качестве примера, покажут, как это можно сделать. Либо со мной вы можете сделать. Здесь же имеются видео, это такие мотивационные стихи, которые настраивают вас на позитивный лад. Более того, они одаривают вас энергией. Это такое богатство, которое, знаете, изложено на канале. Вы же можете его использовать. Меньше задавайте вопросов, а больше смотрите. Здесь практически все нужно изложено для вас. Еще разок скажу, для ведения здорового образа жизни. Теория, практика, ошибки, как это преодолевается. Куча примеров. Плюс вы можете читать примеры, которые оставляют сами посетители канала. Как они с этим справлялись. А не просто, вот у меня там гепатит, а как с ним справиться. Да, знаете, вот те люди, которые взялись за себя, они практически избавились от всех болезней. Начиная от онкологии, кончая этим там гепатитом и прочее, 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 прочее. А те, которые, конечно, не брались, а вот так вот, знаете, думали, что кто-то за них возьмется, они только деньгами, так сказать, откупятся от этого дела. Вот у них-то ничего не выходило. Поэтому воспользуйтесь максимально моим уникальным каналом, в котором имеется все для ведения здорового образа жизни. Посещайте разделы теории, практики, питания, голодания, движения, закаливания.
работа с умом, здесь также есть уникальный материал. Все это используйте.